Сегодня у нас на разборе Black Fox BMM 532S. Снимаем заднюю крышечку. Батареечку снимаем аккуратно. Откручиваем нижние болтики. Снимаем среднюю также часть. Откручиваем болтики на средней части телефона. Снимаем среднюю часть. Откручиваем системную плату. Так, отстегиваем разъемчик дисплея. Отклеиваем кнопки на громкости и включение. Аккуратно они припаяны. Отстегиваем разъем тачскрина. Аккуратно отклеиваем динамик базер в сборе с корпусом, с пластиковым. Вынимаем микрофончик и отклеиваем аккуратно вибро. Снимаем плату аккуратно. Так. Отстегиваем фронтальную камеру, основную камеру. Вибро у нас с микрофоном припаяны к шлейфу, который идет к динамику. Динамик спикер на разъеме меняется просто и легко. Динамик базер
припаян. Дисплей с тачскрином у нас идут отдельно, разделяются на специальные печки. Все, телефон разобран. Напишите в комментариях, на какой телефон вы бы хотели увидеть наш разбор. Пока.